Всем привет! С вами Эдгар и мой видеоблог «Мысли от Эдгара». В этом видео расскажу, каким видеоредактором я пользуюсь, так как меня постоянно про это спрашивают. Мой видеоредактор – это Pinnacle Studio 16. Из всех редакторов он больше всего мне нравится. Простой и удобный в использовании. Это 16-я версия. Сейчас уже есть 17-я, но она еще пока сырая. Нету ключей к ней. Так что я пока сижу на 16-й. Я ее уже запустил. Не буду сильно внедряться во всякие там мелочевки. Покажу то, чем я пользуюсь. Если всякие там подробности хотите узнать, то про Pinnacle есть много других видеороликов. У меня чисто как для YouTube подготовить видео. Как это делаю я. Тут есть основное поле, в котором содержится весь тот материал, который вы будете использовать. Чтобы материал закинуть сюда, у вас есть сверху «Быстрый импорт» кнопочка или правой кнопкой в пустом поле «Быстрый импорт». Без разницы. Находите то видео там на рабочем столе, еще где-то у вас. Щелкаем. И оно у вас здесь появляется. Также здесь фотографию, видео и музыку можете сюда добавлять. Тут сверху они можно их разделять в разные папки и так далее. Но мне это нафиг не надо. Я все в одно поле закидываю, что в данное видео мне надо. А после использования просто выделяю все правой кнопкой и удалить из коллекции. Поле очищается. И в следующий раз по-новому все закидываю. Тут я уже подготовил, что мне надо. Ну вот смотрите, у меня, например, есть моя видеозаставка. Тут просматриваете саму видеозаставку. Можете прогнать ее вперед-назад, просмотреть. Если это то, что вам надо, закидываем уже в редактирование. Это поле состоит из дорожек. Дорожек можете сделать здесь много. Чтобы добавить дорожку, в пустом месте здесь добавить выше или ниже дорожку. Делаем, например, выше дорожку. Это если у вас несколько слоев видео будет. У меня в данный момент... Сейчас я даже вот покажу. Вот закинули интро. Вот мое видео, например. Вот. Я что делаю? Перехожу... Название не буду говорить, что и как называется, просто смотрите, если будете пользоваться, посмотрите видео и также сделаете. Тут вот есть настройка временной шкалы. Жмем. 4.3 стоит, широкоэкранный я ставлю. И HD 1920 на 1080. И применяю. И тут у меня видео расширяется на полный экран. Вот. И все остальные видео, если будете закидывать, также будут уже широкоэкранные. Чтобы вы, когда открывали, не было типа по бокам там кусочки, не хватает чего-то. Потом, допустим, вот мне надо закинуть, вот я про бесконечность видео снимал. Ну, это у меня уже готово видео. Вот я его закидываю, могу чуть подальше, могу сразу стыкануть. Прогнать это видео, посмотреть. Вот, допустим, это видео вот на этом месте мне надо обрезать. Тут есть «Разбить клипы». Жмете. Сначала надо на видео нажать, на эту дорожку. Так как у вас, если несколько дорожек будет, вы можете нарезать другую дорожку. Жмем на ту дорожку, которую надо, жмем «Нарезать». Отрубается. Потом один раз щелкаем на то, что вам не надо, правой кнопкой удалить. Все. Вы удалили это видео. А стыковка тут уже автоматически. Также, например, здесь. И так вот можете бесконечно резать, резать, резать. То, что вам не надо, вы убираете. Я лично делаю так. Потом, допустим, такая штука.
Вам нужно добавить сюда музыку. Берете музыку и перетаскиваете вниз этого ролика. Теперь этот ролик будет уже с музыкой. Вот сейчас нажмем на клип. Всем привет, с вами Эдгар и мой видеоблог. Тут уже пойдет и голос мой, и музыка. Но так как музыка громкая, нужно сделать потише. Два раза мышкой щелкаем на звук, на дорожку со звуком. Так, это у меня компьютер тут тупит. Вот, открывается такое вот окошечко. И здесь есть такой раздел, децибелы. Ну, не знаю, я вот убавляю здесь настолько, насколько мне надо, например. Ну, примерно я там делаю от 20 до 30 децибел минус. 20 сделали, окей, нажимаем. Вот это зелененькое сверху показывает, что с этой музыкой работали, была какая-то обработка. Это если вам нужно будет вдруг это убрать, то на зелененькую правой кнопкой исправление делаете, монтаж и так далее, если не надо. Нажимаем. Идет мой голос, и на фоне будет звук. Вот, он не такой громкий, так что еще прибавим. Вот теперь идет и музыка, и мой голос на фоне. Ну, друг другу уже не мешают. Также нужно срезать, например, звук. Щелкаем на звук. Перемещаем туда, куда надо вам срезать. И срезаем звук. Так. Вот смотрите, если что-то у вас пошло не так, сверху есть возврат, отмена этого действия. Нужно выделить обязательно. Вот смотрите, прощелкнуть. Вот щелкнули правой кнопкой и удалили. Почему у меня сразу удалилось? Потому что я поторопился. Если вы какое-то действие делаете, то программа это действие обрабатывает. Нужно чуть-чуть, не знаю, секунд 5-10 подождать, пока программа обработает этот процесс. Вот. Потом, есть такая штука. Если вы хотите из самого видео убрать звук и оставить только ту дорожку, которую вы добавили, это делайте так. На видео щелкаем правой кнопкой. Отключить аудио. Вот у вас аудио отделяется. Потом это аудио выделяем и удаляем. Все. Теперь голоса нету, звук есть. Это если у вас какая-то видеонарезка роликов, звук в котором вам не нужен. Вам нужно подставить свой личный звук. Какую-то музыку там. Так, с этим мы разобрались. Потом щелкаем два раза на само видео. И тут есть разделы редактирования видео. Камера, цвет, редакция цвета. Вот редактируем цвет. Я этим всем не пользуюсь. Из этого всего я пользуюсь вот седьмой раздел. Вот верхняя. Открывается. Тут есть Magic Bullet. Жмем и ждем. Справа тут есть подключаемые модули. Еще раз жмем открыть. Открывается вот такое вот окно. Наводим мышку слева, и у вас открывается обработки цветов. Вот, например, жмете, вот черно-белое, золотое там и так далее. Вот выбираете, какой вам надо. Например, выбрали там золото. И тут справа внизу окей. Все, и здесь еще раз окей. Все, теперь у вас видео в этом цвете. Вот смотрите, у роликов сверху вот это вот
это, розовая полосочка, значит, тут какая-то обработка. Этот ролик обрабатывали. Звук, сверху зеленая полоска, значит, звук тоже был обработан. Прибавляли звук, убавляли, меняли что-то. Также с видео. Просто в программе такая штука есть, когда делается вывод фильма, бывает, что программа не выводит фильм и пишет, что какая-то ошибка у вас. Ошибка бывает из-за того, что если вы здесь несколько роликов вот так вот подряд ставите, вот это видео сверху обработано, это видео нет. И бывает иногда нестыковка. И для этого нужно будет заходить, если видео не вывод не происходит и ошибку выводит. Заходите и начинаете смотреть эти дорожки. Если какие-то дорожки при выводе вам там при ошибке скажет, какая дорожка ошибочная, то вы просто этот момент, вот, эффект, тот, который мы наложили золотистого цвета, нужно его вырезать. Все, его нету. Бывает, короче, такая штука. Сразу предупреждаю, чтобы вы знали. А теперь вернем обратно это все дело. Вот наш получился ролик. Само интро, переход в видео и снизу подставить.